имеем, Господь, и Ты благословил каждого из нас, чтобы быть вновь в доме Твоем. Господи, благодарим за то, что это ценность Твоей крови и то, что Ты совершил ради искупления всего рода человеческого. Она и сегодня, Господи, совершает то действие в душах тех людей, которые приходят с верой Тебе, которые приходят за прощением и за очищением. Благодарим, Господи, за то, что и сегодня по местной церкви мы можем иметь вот это общение через эти видимые знаки, приобщаясь к телу Твоему. Благослови каждого присутствующего. Помоги, чтобы каждый возрожденный человек и душа, которая приняла Тебя своим личным спасителем, чтобы с чистыми руками, совестью могли бы приблизиться к этому столу, который сегодня перед нами, к этой трапезе, которая напоминает Твое ломимое тело и Твою кровь, пролитую за нас. Благослови, Господь, Ты и весь ход этого служения. Помоги, чтобы и через песнопение, через молитвы, через Слово Твое, имя Твое возвеличивалось достойного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Давайте мы прославим Господа пением 427 номер. У креста хочу стоять, созерцать душою, как с голков и благодать, в мир течет рекою. Oh,
Thank you.
Только кровь Его, что и любовь.
Amen.